Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир. И мы играем в Uncharted, Путь вора, ребята, продолжаем. Незабываемые приключения Елены и Дрейка. Идем. Исследуем, ребята, крысы какие-то бегают. Не знаю, куда мы уже попали. Спускаемся. Мы были в замке Эвери, пиратов этих каких-то непонятных. Чего только нам не предстояло, так сказать, исследовать. И следов очень много. Не будем спешить. Согласен. Здесь уже побывали наемники, и нам надо идти. Что такое? Вот так. Фонарь тухнет, это плохо, ребята. И так темно, и еще и будет еще темнее. Так, надо аккуратно. Куда следы идут? Будем идти за ними, но потихоньку. Это что такое? Наверняка люди на это. И хлебом не корми, дай что-нибудь взорвать. А они пытаются там что-нибудь найти. Ну да, они тупые. О-оу. Да опять фонарь, ну. Да, да. Только они на дне океана. Знать не хочу. Не собирался. О, стоп. Что, тут ловушка? Похоже. Но Сэм и остальные как-то перебрались. Пойдем по их следам. По каким следам, если мы сейчас... Пипец! А что произошло? Зачем? Так, сюда нельзя ступать. Ладно, он имеет в виду, пошли вот по их следам. А как они вычислили, куда идти? Только не ходи туда, где нет следов. Чего? Просто чего? Иди там, где есть следы. Лететь на воздух. Все. Можно расслабиться. Елена, смотри. Тут след обрывается. Они туда вошли, и потом случился обвал. Так, а нам-то что делать? Нам, если другой путь искать, не факт, что мы с ними где-то там встретимся. Ну, пошли, ладно. А здесь тоже завалено все. Здесь тоже завалено. Ваши предложения, Елена. Дырку я нашел. Смотри, надо залезть сюда. Подсади. А? Лен, ну подсади. Тогда я пока не понимаю, куда. Ну, давай пройдемся еще посмотрим. Может, еще какие-то варианты есть. Эта игра такая, что тут вариантов может быть один. Но мы его сможем найти обязательно. Ну прыгай, ё-моё, ну можно же запрыгнуть сюда. Лен, подсади. Так. Подожди. А мы сюда зашли. Следы оборвались. И больше нету вариантов. А что делать-то, я не пойму.
Может, обратно как-то вернуться, можно найти что-то. Ладно, маловероятно. Давай еще раз посмотрим, куда они зашли. Может быть, там можно разгребсти? Точно, что за туп? Нам надо тут расчистить проход. Конечно, блин. Делов-то. Вот. Ну вот, поищем вот. Поищем другой путь. Теперь другой путь, теперь наверх. А нет бы сразу наверх туда, что за затупы? Иди сюда, Лена, подсади. Как я и просил, все, сюда идем. Ну не гасни, ну еще немножко. Черт. Все, погас. Давай. Не заводится фонарик, все. Черт. Эй, зажигалка Сэма все еще у тебя? Да, отличная мысль. Во, хорошая мысль, правда. Давай ширкой. Давай. Ну, конечно, она пустая. Пока плыли сюда, он же дымил, как паровоз. Расслабься, у меня спички есть. Правда? Конечно. Вот так. Чё толку со спичек? Прости. Секунду. Я вообще ничего не вижу, что происходит? Привет. Иди сюда. Куда, блин? Это моя голова. А, споткнулся. Сюда. Куда? Я ничего не вижу. Где ты? Хорошо, что ты подготовилась. Факел, спички, нормально придумал. Ладно, пойдем дальше. Романтическая атмосфера. Странное представление о романтике. Ну пошли, здесь залезть всего лишь надо. Вот на эту дырку сразу сказал я. Чего вот тупить? Да. Давай. Затупори, блин. Ну, поехали. Не тупите, ребята, так. Не тупите. Залезай. Меня возьми с собой только, Лен. Вот, давно пора уже так пройти было. Спасибо. Ты зря факел положила, тут могут корни загореться. Не знаю, куда идем, но в какой-то дырке мы ползем. Осторожно. И так осторожно уже. Ничего себе. Что это такое? Руки, что крали. Да он уже даже не прикидывается в меня. Я что-то поджег, смотри. Мне тоже. Пойдем отсюда. Мне кажется, тут опасно поджигать так, оно все может полыхнуть. Корней столько много. Будет жарко. Смотри-ка, тут висельные клети. Это он кости поджигает, что ли? Ничего себе. А это вот клетки. Да ладно. Да. Слушай, никто не любит, все знают. Клетки. Стоп, это что? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, что за страсти-то такие? Что происходит? Ёперный театр, как шарахнуло-то. Чё такое? Живая вроде. А что это? Ловушка. Эвери не хотел пускать сюда. А как ты узнал, что это ловушка? Смотри под ноги. Я? Это ты на нее наступил. Ну? И под мои тоже? Понятно. Еще одна такая, да? Как? Отходим. Что надо было нажать-то? Нолик. Все нормально? Вроде бы. Не совсем нормально-то, Лен. Лучше к ним не подходить. Ага. Эти тоже сейчас загорятся. Быстрей! Вперед! Жестко шарахнуло. Так, туда вниз просто. Теперь мы знаем, что там так бабахнуло. Неудивительно, что тут только завалов. Что-то бабахнуло. Я нашла короткий путь. Думаешь, короткий?
Ну, я же оптимистка. Не, давай поехали, если хочешь. Не вопрос. Как мы в этой пещере вообще оказались с тобой? Что-то бродили, вроде наверху там все хорошо так было. Ой-ой-ой-ой-ой, еще. Господи. Капец, тут что, людей мучили, что ли? Еще одна экспозиция. Экспозиция, подвешивали вниз ногами. Ёперный театр, что тут творилось-то, а? Вот страшные времена, когда были. Это сейчас все загорится. Пробегаем. Больно. Все, этого я не пережил. Откуда начнем-то? А теперь, ребята, все с самого начала. Не. Черт, ты тут мумий. Не взрывайтесь, ладно? Да как не взрывайтесь? Отойди просто подальше. Вы что, меня не слышите? Да не взрывайтесь, он сказал, попросил же сразу. Все, Лен, я разминировал все. Поехали вниз. Вауч! Эти сейчас тоже шарахнут. Быстрее отходи. Ё-моё! Зачем такие мне приключения? Как лучше не дышать-то? Надо чем-то дышать. Ничего. Жаль, беру же не захватил. Я не кричу. Жесть какая-то. Как мы тут вообще разбираемся-то со всем этим? Нейт, осторожней. Я понимаю, что он сейчас может быть заряжен. Прямо Древний Египет. В этом случае мумификация не была, ну, добровольной. Я только не понимаю, почему они поджигаются сразу, из них какой-то газ или что выходит. Там уже столько лет прошло. Какие ловушки? Вы что, ребята, уже все должно было перегнить давно. Сюда не залезть. Что-то лежит. Ну-ка, давай заберем. Сокровище, наконец-то. Это наше сокровище. Древний каменный сосуд. Забираем. Забираем, идем дальше. Лен, надо сюда. Вот вижу я, что в этот проход надо заходить. А что это за шашка такая? Кто оставил? Вот и следы. И они бегут сюда. Они были, да? Драки. Они привыкать. Это был сарказм, да? Нет, успокойся. Так, погоди, что там со следами-то? Ну, следы есть. А они куда ушли дальше-то? Ну-ка, по следам пошли. Так, это что, свеженький? Найдем. Вон они. Он закидывает гранаты, ё-моё. Дрейк. Как он спалил нас? Капец, как мы в заваруху-то в такую попали? На, получи, и распишитесь. Ребятки, вам что я скажу? Я сегодня домой вас не пущу. Да, короче, пока все. Лен, ты куда побежал? У меня укрытие сбили почти. Вот и все. Поменяем пушку. 150 патронов, ничего себе. Ладно, видишь, как они след оставили. Но они нас впалили, что мы по их следам шли. Сейчас еще будут, по-любому. Человек 500. Эй! Да кто там? Все, пошел нафиг. Погоди, еще кто-то лупит.
Лена, Лена, Лена. Вот и все. Вот теперь вот и все. Так, дай я перезаряжусь. Это я что-то перезарядился? Не ту кнопку, я перепутал. Кинуть гранату и перезарядиться. На. Ой, что пошло не так? Отвали. Пошел нафиг. Так, 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 осторожно. Аккуратно. Погоди, патронов-то совсем нету у этой пушки. Давай еще возьмем какую-нибудь. Вот так-то лучше. Ах ты, нафиг ты тут стоишь. Этот мощный. Давай зарядим эту штуку. Как? Уходим. Я думал, его цепанет. Заряжай. Ну как так-то, а? Заряжай. Пошли быстрее. Почему меня сразу убивает? Погоди, а если пробежать? Вперед. Нифига. Как их поджечь издалека? Можно? Этот мощный вообще. Блин, что-то не так идет. Как здесь пройти? Погоди. Не торопись. Сейчас сделаю. Куда ты кинул-то? Под себя. Давай. Получилось, нет, зажечь их. Он упал. Есть, повезло. Хоть какая-то польза от этих взрывных мумий. Ты что, хулили меня? Чем же этот псих елку наряжал? Они идут другим путем. Попробуем их догнать. О, как мы так встретились. Похоже. Ну-ка, Лена, давай ты соображаешь лучше. Куда идти? Что-то мы по кругу ходим, походу. Сюда пошли. А тут была драка. Люди Тью против людей Эври. Вот, давай открываем. Пардон? Ух ты. Какой-то ключ. Смотри, записка. О, да. Ключ возьмем, вдруг пригодится где-нибудь открыть. Лейтенант Бартон, Эвери готовится к победе. К побегу, ребята. Если мы позволим ему покинуть эти берега, он исчезнет навсегда. Это ключ от выхода. Хорошо. Как и наши сокровища. Этот ключ откроет врага в пещерах. Этот ключ откроет врата, ребята, в пещерах. Но будьте настороже. Лейтенант, вне всякого сомнения, он ждет, что мы будем его преследовать. Пока вы со своими людьми обыскиваете туннели, я с небольшим отрядом пересеку долину, чтобы отрезать ему все пути к отступлению.
Если Господь дарует нам победу, уже завтра на закате мы снова станем пиратами и поплывем к незнакомым берегам с сокровищами в наших трюмах. Ветер будет наполнять наши паруса, и мы будем свободны жить любой жизнью, какой только пожелаем. Бог в помощь. Капитан Томас Тью. Ну подожди, а что там была карта какая-то? Какие-то символы. Ну, поищем замок. Гибель ждет сошедшего с пути. Так, ладно, я надеюсь, нам эти символы пригодятся все. Заходим, Лена, заходим. Приехали. Черт. Опять эти подрывники, о боже, черт, нет. Я живу! Погоди, а в эту сторону тоже можно сходить? А, это кругом обошли. А этот тоже сейчас заведется. Нет? Они еще не сразу срабатывают. Получается, когда ты в определенный момент проходишь, тогда только... Вот сейчас... Нет, прикинь, эти не заряжены. А? Нет? А ты? Вот уж кто не доверял людям. Эти были не заряжены. Так, давай дальше идем. А вот это опасно, 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 капец. Уходим, уходим, быстрее, быстрее, быстрее. Хватит. Ловко скачешь. Спасибо. Что-то мы заплутали. Какие тут пещеры огромные. А тут уже не так жутко. Хоть костей нет. Все равно жутковато. На 3 балла из 10. Да все 4. 4? Угу. У меня уши заложило. Да, явно идем вниз. Давай, Лена, за мной быстрей. А, здесь, подожди, здесь опасная штука. Это взрывные могут быть. И следов тут нет. И следов нету. Что делать? Что делать? Подожди, левая нормально. Мы что, так проверять каждую будем? Ты говорил, в письме были символы? Точно. Так, пока нормально все. Ну что ж, начало хорошее. 3 прошли. Следуй за мной, ладно? 4. Только осторожно. Налево или направо? Осторожно. Давай налево. И это говорит человек, который взрывает вокруг себя. Блин. Погоди, да не туда, куда ты пошел? Сейчас методом проб и ошибок сделаем. Используйте найденную записку и направление символа на центральных опорах, чтобы отыскать взрывоопасные платформы. Так, не получится методом тыка. На этих столбах такие же символы. Я объяснил своим, как обойти ловушки. Смотри, если 3 креста, значит, получается только 1 верхняя, левая, нормальная. Если пираты кости, наоборот, у них получается 1 плохая, правая, нижняя. А если корабль, это 2 верхние плохие. Как мы это можем увязать? Три креста, это у нас верхняя только нормальная. Здесь не пройти.
Корабль верхние две. Верхние две, хорошо. Нижние, значит, нормально. Крест, сюда не пройти. Крест, сюда тоже не пройти. Так, корабль. Это тоже две, короче, две верхние, там две вот дальше, дальше нормальные. Если туда только перепрыгнуть. Либо вот через эту одну. Ну-ка. А, прыгать здесь нельзя, прыгать нельзя, понял. Так, ладно, этот путь закрыт. Здесь, мне кажется, мы пошли правильно, получается. Пират. У них, у пиратов только нижняя, получается, плохая. Это вот эта плитка, вот эта. Так, дальше. Пират. Нижняя плохая, значит, здесь нормально идем. Левая тоже сейчас нормально будет. Там кресты, кресты, кресты. Только получается верхняя нормально. Вот, вот сюда я налево могу пройти, но там дальше я взорвусь. Так, здесь что? У корабля две нижние нормально. Я прохожу. Крест. Верхняя, правая, то, левая, то есть тоже нормальная. Вдруг ловушка. А, все, я прошел, я нашел как. Вот сюда. Все просто. Всё, порядок. Вот так, Эвери. Если подумать, посмотреть, то вот все нормально, все написано. Это останки команды Тью? Похоже на то. Эвери вообще любил показательные казни. И показательные взрывы мумий. Ага. Лучше смотреть под ноги. Лена, пошли, откроем дверь. Скважина. Вот и ключ пригодился. Стой. Вдруг ловушка. Ну, выбора-то у нас особо нет. О, Господи. Ну, чую, все будет хорошо. Да? Давай. Ладно. Давай, Дрейк, нормально все будет. Открывай. Бабах! Не, нормально, на самом деле все нормально. Отойди. Тихо. Нас хотя бы не разнесло на кусок. У тебя случайно нет ножа? Нет. Но у того парня есть сабля. Ну-ка, помоги мне. Как ее взять? Давай раскачаемся. Ну, давай чуть-чуть еще. Вот такие же они висят. Ну. Да как так-то, а? Ну, чуть-чуть оставалось. Давай, давай. Режь. А теперь отпрыгивать надо. Бежим, бежим! Быстрей, быстрей, еще быстрее. Не смог. Давай еще раз. Давай, бежим, бежим! Надо просто перелезать через препятствия. Иначе я никак не пойду. А, я головой опять ударился, блин. Лена, ты жива? Нет. Спасибо, капитан Эвери. Прям как раньше, а? Елена. Лена. Елена. Эй. Эй. Елена. Елена. Мой герой.
Ты прикалываешься. Что? Это не смешно. А что ты мне сам-то устраивал? Черт, до меня чуть инфаркт не хватил. Дай послушать. Просто музыка. Ты в курсе, что мы теперь квиты за все, что я вообще сделал? Да, за все. Нет, даже близко нет. Ты весь в грязище. Знаешь, у тебя странное представление о романтике. Да, да, где-то я это уже слышала. Ща рванет. Что-нибудь будет. Прекрасно. Поговорили. Это наверняка Сэм. Пошли. Выхода нет. Ребята, пока. Продолжим в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк видео. Подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. Всем удачи, всем пока!